Графию исправить базово. База. Дон дон дон. Лучше было легко прошлый читер, я так Я вначале устал. думал, что у тебя на закрученном экране твоя раса показывается. А, она рандомная. Может, карты хотя бы? Ебать. Я не привык к таким быстрым загрузкам. Так, погнали. Ну, рефат с Ветарем, это уже почти база, почти классика. Все, я в мод, вам не мешаю. Это говоришь, это почти база? Ну да, Да, выиграла. Выиграли тогда пару раз друг против друга. Давайте, ладно. Так. Генератор, казарма. Раб. На точку, на дальнюю точку. Начинай с дальней точки. На некоторые реально. На критическую быстро. Точку захватывать. Один ген стоит. Генератор. А чё героя не ставишь? Разумею, это просто там. Только героя не ставит. Ветер втыкает. А я думал, он настроился. Ну хули тут? Похуй. Я не буду подсказывать. В прошлый год я подсказывал. Третьего раба делал. Ой, третьего культиста делал. Почему так? Окей, может так хочет, но по-моему он не хочет. Просто не создает героя. Больно смотреть. Пак НВшек. Свет очень ярко, конечно. Посмотрите. Интересно. Точка загрыжена. Точка загрыжена. Да он не помнит про героя. Не уверен, это не стратегия. У него сейчас может... Да у него хватает на героя. Ресурсы может быть так. Я не верю, что он по тактике так. Ну давай, это. Посмотрим. Ну, скорее всего, услышу. Бля, как ты забыл. И он забыл. Без героя играть. В принципе, в этом есть смысл. Не, если по-нормальному рассудить, это нормально, потому что эффект пока ни хера не делает. Герой не обязательно, но есть ресурсы, надо использовать эти. Турка. Две турки загрыжены, это и то хорошо. Надо было строить, но он контроль для меня. О, молодец, здесь строит. Два гена. Окей, сойдет. Нет, не настолько критично, что он сейчас не помнит. Проверяем дэмэдж. Турка стоит. Шикарно, шикарно. Кафе, сделай тише. А ну-ка давай, следуй. 10 энергии стать. Хорош. Окей, это камбэкает ситуация. Лорд, да, нет, пачки, с пачки начал. Нет, он, наверное, так решает. Я беру свои слова обратно. Видимо, это все-таки стратегия. Ну вот это не снял, это плохо.
Да, не говорит, конечно. А, на самом деле похуй. Игра на это ничего не дает. Это прессом неплохо. Благодарю. Я подработчик его заебал. Он контролит тут. Контролит тут. Ой. Ой. Ай, минус турка. Ответили. Эх, эх, эх. Ветер, ветер. Т2 выходит. Почему кирова не хочешь? Генератор здесь строит. Окей. Ну, раба нет смысла поводить. Надо там за спейс. Это же, ты это не сломаешь. Жену почти почти. Его убили. Там турка стоит, это. Вторая пачка. То ли экспериментирует, то ли... Окей, он раб... Убил пак рабов. Сейчас турка построится. Сколько они стоят? Сколько рабы стоят, я не знаю. Вот что-то. Ну вот это слишком много потерял. Казарму стоит. Значит, ветер выиграл, если он по казарму сломал. Про героя так что-то не хочет. Давай, ветер, соберись. Только надежда на тебя возлюбил. Грейдит и в плазму выходит. Но если бы посмотрел на гайд, знал бы, что не плазма нужна. Yes. Окей, второго героя делаем. Первого он принципиально не хочет, yes, почему не понятно. Чё-то Рафаль Ветович супер странно тут делает. Не, не супер странно, один мув супер странно, остальные нормально. Но он не смотрел мои видео, Раф, и не знает, что плазма хуже работает всего. Просто не заходил в Телеграм. Героя. Ну, если так, то окей. Чё не стреляю? Контроль. На гранату сделался. На. Против духа охуенно будет. Окей. Ну, карта рефат. Забирает, да, единственная точка, которую играть. 2 пака, ну, ну хорош. Если у командиров плазма есть, а у командиров, по-моему, нет плазмы. Нихуя у командиров нет. Четвертый ген хотя бы занимается. Окей. Forces of chaos bow to me. Не, ну у ветра сейчас удар минул. Так вот, плазма не хватит. Следование. Надо запаковать этот флаг. Надо. Хорошо, гранаты. Это неплохо, я думаю. Ну, вроде не знаю. Ну, этот некрон давит. Это вообще не нормально. Давай это что-нибудь сделай. Cross me. I understand more than you could possibly know. 6 minutes until take and hold victory. Машин пит, окей, хорошо. Добавь один.
рюкзаком справиться. Ну, под то, как я уже сделал. Окей, рефатор. Подконтролируй. Хорош это. Или нет? Нет, хорош. Почти хорош. Блин, кизм, хорош. Турка помогает. Точка. Писный флаг. Видишь, дам уже что-то все не хватает. Замедло. Такой. Five minutes until taken hold victory. Окей, я на машинке поставил. На машине не надо для исследования. А, нет, не хватает. Нет, вот это. Сейчас хватает. Хорошо, армия подойдет. Командором сложно делать. Делаешь, хорошо. Хорошо, давай, 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 давай. Пятого. Хорошо. Гранаты есть. Мог гранаты нет, если он накидает, мог попробовать лечить. Может быть бы получилось, в таком случае гранаты будут готовы. Ну, добавляй генератор, добавляешь, хорошо, еще один надо. Исследование идти на это дело. Не в курсе, да. Риперов. Ой, риперов, я. 4 минуты, until taken whole victory. Редфорс. Плазму одну сделал. It is as though a thousand mouths cry out in pain. Давай, давай. Я в 3:40 минут. My abilities are at your disposal. We must kill them. Chaos Raptors, ready to count two. С огнеметами хочет, хорошо. We soar on wings of fire! Огнемет отлично, кстати, лицо работает. Киев. Огнемет. Какой он видит? А, это этот. Капитан Зорко и там где-то светит. Лапки. Сзади. Three minutes until taking whole victory. Так, Никр. Вот снайперы появились. Окей. Да, загрыжена только. Опа. Вяжущий. Вот это проблема будет для этого. Культяпки. А в меду-то надо это. Он это не забирал. Вот это проёбочка. Но он разведал. Окей, дефайлер. А у Рифата ничего нет против Дефайлера? А он создал вяжущий? Опа-на, вот это проблема. А Ветель-то может и камбэкнуть и разъебать? Вот эту территорию хотя бы забери, вот эти две сломай, он кучу туда сил потратил. Ох, как они ебашут! Это, его ебашу. И туда ты его отправил. Окей. Окей. Окей, снял. Окей, бей его. А дефайлером бей его. Бей его дефайлером. Давай, 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 давай. Духи, духи. Нет. Бля, ебать эти турки ебашу. Завязал, молодец, блин. Сейчас ты меня радуешь. Ты чё, не сделаешь? Ха, некро слился. Хорош. Ринку принёс. Вот, антитех начал делать. Это ебаш. Тебя убивают, Ветер, чего стоишь? Не тупи. Запуш.
Он просто стоит. Виталий, опять лагает? Нет. А чё стоишь? Тебе дефаля убили. Ебать твои турки, рефат антитир. Я не знал. Где он в муте? А всё, у меня сдох. Да, так ты не смотрел, а какой же. Я не думал, что так дефалера буду пробивать. Я тоже не думал. Но герой это стоил, да? Да, я думал, он бессмертный, когда я хил нажимаю. Это... Но он уже жив, поэтому Виталик зря старался. Понял, все. Ой, бля, я сел. Хорош, Винкер заезжал, молодец. Рафаэль, вот эти турки, они супер антитех. Они дефайлера уничтожили. Forces of chaos bow to die. Good! Back into the thick of it! We will deliver pure evil into the heart! It is as though a thousand miles cry out in pain! Victory countdown has begun. It is as though a thousand miles cry out in pain. Просто странный был старт. И сейчас странно АФК шел, а так в целом-то все сойдет. Но я просто думал от него больше. Поэтому так. Т3 выходит, окей. Может он придумает. Просто ресурсов мало для него. Бля, вот это Виталь проёбка стресса, но главное ничего не загрейли. А ты и не дрался. Черти. Куда ты его ведешь? Куда ты его ведешь? Окей, ладно. Это, ну очевидно, если там турки стоят, пойди по другому флангу. Хотя если ты хочешь деф, это окей. Дестрою, ебать. Ай, вы же сейчас в римку посади и беги. Ай, бля, не видел. Да почему ты стреляешь? Это дефайлер вблизи пушит. Бля, у меня чел троллит, он отказывается дефайлера бить. Может, слишком близко стоял? А все, я слил. Там у тебя дефайлер наверху. Пуш дашь? Или ты бить хочешь? Ну, решай сам. Не пиздят. Не-не, нормально у тебя все. Я будет. Не знаю, у меня удержание какое-то странное. Единственное, непонятно, зачем ты пошел это пушить. Ну хотя ты можешь. Как могу? Мог просто в другую сторону идти. Тебя же не пушил, рефат. Ну, в принципе, в первый раз, если бы ты напал, ты бы спокойно справился. Просто ты дефайлер слил. Ну, черти, конечно, помогают.
Риперов жалко, нет. Командором вязать надо. Но он уже, да, вот. Бандеровцы на месте. У него командор лоу. Ебать, дефайлер пушки, ладно. Ну я охуел, как твои турки, рифат. Так они не хотят его, блядь, бить. Я ничего не могу сделать. Может, у них рендж? Тогда... У меня дестройер просто не хотел его бить. Эти тех, блядь. Дефайлер тогда далеко стоял. Может, эти турки только... Ну, то есть, вблизи не могут бить. Да, Ветер, то же самое бы вначале сделал, камбэк мог бы. И отряды А, нет, нормально. Еще иногда можно рабочего подвести поближе. Отводишь. Опа, Рифат, стрелочка повернулась. Играй, играй, Ветер. Он. А, ты второго сделал. Следи за игрой, Ветер. Да. Опа. Бичгарден. Какие они мерзкие, они сука сильные, да. Хотя пробивает просто. Нихуя себе. А у меня просто кружится дефайл. Черти круто пробивают. Так, что мне сделать надо, кого? Интересно, а почему ты гибель создавал этот? Ты не хотел план был этот? Не забыл? Инч? Героя почему не делать? По плану? Не забыл. Вначале. А у нас сейчас я не сужу, подавай чуть попозже. Да, да, Рифат, давай свою чурку, я его тоже съем. Нихуя дамага, блин. Опа. Красиво. Опа. Рафу, да, хаос, по-моему, буду фейлер ебанутый. Очень сильный. Ебать. А, ты меня всех сулил. Ты личгардов восстановил, пизда. Пиздец, что хуйня. Я всех слил. Оу, спинку. Красивый фейк. Ой, теперь, пожалуй, можно и отойти. Самое главное. Раз отчет закончился. Личгарды и не умирали, зачем мне их воскрешать? Как не умирали? Поднялись, личгарды были. Не, вообще не умирали, у меня один отряд личгардов. Нет, с пола вставали личгарды. Не, а, ну может единичные челы? Не знаю. Да, не наверное. Короче, у тебя еще есть это все? В принципе, чтобы играть. Но самое главное, что Рифат карту тебя отжал по ресурсам. Для него-то это похуй, ресурсы, точки. А для тебя супер важно. И то, что у тебя все точки на первом грейде, это очень плохо. А ты на генераторах и на точке делал исследование, интересно? Да. Вот это самое важное. Они очень много делают. Блядь, еще одного выблядка, блядь. Убирай его нахуй сюда, пока, блядь, пока жив. Бать, вот сейчас у них это армия. Сейчас двинется армада моя. Их ремонтировать можно это. Ебать, у меня 4 отряда НВ-шек. Ебанулся. Вот я не понимаю, я его ставлю на С, он ни хрена не С. У меня что-то не так работает, что хрень. А, режим отряда может случайно на ком-то понять. Просто... Виталь, если бы смотрел ролики, которые я в Телеграм пару роликов скинул, знал бы, что болтеры самые лучшие против НВ-шек Рифата, а не плазмы. Хуёлтеры. Болтеры самые хуёвые. Огнемёты, болтер. Ой, то есть плазма самая хуёвая, огнемёты, болтер охуенно работают. Ты полков. О, спасибо за информацию. Спасибо за дохак. Все. Я в мут. Ладно.
смотри, Рафаль, вот этот лорд, он твою технику забирает, и потом кулдаун заканчивается, он выходит и может потом еще одну технику забрать, если ты не запиздишь. Читаури. Вот у них очень пассивная игра. Ага, бля, ну у меня для тебя сюрприз есть, Виталик. Вета, лорда можно привязывать, сейчас скажу, к отрядам. Он дает 100 морали и 2 регенерации в секунду. Сказал. Генерала можно добавить в отряд, привязать, Ctrl-C. И дает 100 морали как? И 2 регена в секунду. Ctrl-C и на отряд. Вот подумай, кого к кому. На кого я намекаю? Бля, я из-за того, что всех воскресил, мне... Ну, можешь делитать. У меня трупов нет, чтобы собирать. Можешь делитнуть и потом собирать. Веталь, вот подумай. Не, ну я на Вэшек, может, реально стоит делитнуть. Ctrl-C и привязать к отряду. И даются бафы в виде моральки. У меня не получается. Героя главного выбрали? Выбрал. Плюсик там есть. А, у тебя бинды, может, не стоят? Может быть. Ага. Сейчас сделал ты вроде, да? У тебя на Б у рабочего открывается. Мы тебе бинды, наверное, не настроили. Вот в чем причина. Может, из-за этого тебя не бьют? Да. Нормально. У вас, кстати, очень такая умеренная пассивная катка. По сравнению с теми ребятами. Может, бля, я бы уже победил, но Виталик, сука, точки отхватывает. А нападать я не пойду на него, бля. Вот я гнида. Я бы хотел, чтобы меня называли все дала. Но уже я один. Концерт, блядь. Вот на подиум выйди в этот лесок на ХГшку. Концерт Киркорова сделай вот этим вторым героем. Он как раз похож. Слава нахуй Аллаху, что у меня монолит выжил в том файте. Виталь, а второго босса можно приручить? О, приручить. Второго бота присоединил к отряду, да? Да, вот приручил. Он может телепортироваться с отрядом, интересно. Но я потом потащу. Ты кулдаун. Навряд ли. Может, может. Потому что когда наоборот... Да нет, там слишком было было. Мои терминаторы, короче, могут телепортироваться, а босс нет. Я привязываю босса, и он вместе с ними телепортируется. У тебя может так же работать. Так что это круто. Я бы хотел, чтобы меня назвали все таланты. Но уже так, Рекман, сейчас пойдет атака, чтобы снять тебе точку и обратно. Атака сюда. На, все по новой, блядь. Опа! Это есть точка незагрыженная. Даже две. Имморталов сделал уже 35 лимит из 30. Честно говоря, я могу. Сдавайся, Виталик, я о том же. Я пошел, мне все равно. Твое право.
Но мы наговорились на Томована, что ты Рифату не накинешь бонусов. Я бонусов не накидываю. Я за тренировки. Все. За каждую тренировку даю деньги. И за тренировки. Ой, так это твой дефайлер? Ой, ой-ой-ой, ой. Что с этим дефайлером, Виталик? О-хо-хо, он мой стал, ебать. О? У него главный босс перепризывает. Бля, пройти нельзя. Бля, это он умер? А, нет. Что за хрень? Ладно, Виталик. Я почему-то вылез из дефайлера, сейчас я твою ринку еще заберу. Какой-то бах. А ты можешь еще это отбирать? Охренеть. А ты сразу вылез, что за фигня? Я вот тоже не понял. Ну, вроде норм. Я не могу почему-то захватить снова. Ну может поменяли. Может, захватил. Захватил? О! А что за хрень? О, тот робот. Нет, упал. Где я захватил? Нет. Ты захватил моего дефайлера. Да. Дефайлера я в первый раз еще захватил. Ринка его. У меня босс застрял. Найс. И он никогда не умрет. Да, и мне его делитать надо. Ну да. Жесть. Ну ладно. А, у меня лимит. Бля. Ты еще одного перебежал. Что за хуйня? Ну хуйня. Чё? Ладно, я вышел. Что за хуйня? Почему я не мог? Что за хуйня? Почему ты можешь моё забирать себе? Нет, ты чё, охренел? Он раньше одного забирал и прятался в него, а сейчас что происходит, я не понимаю. Не, почему-то вылез из него. Ты, не, стоп. Ты одного можешь? Не, я должен в него типа залезть. Время и только если уничтожит эту хуйню, я должен вылезти. С 25% хп. А я походу просто так с 20% хп вылез, потому что там не уничтожалось. Надо потом проверить, если это баг, надо писать чего. Это пиздец хуйня. Ну это не... Ну хотя бы нельзя еще раз захватывать. А, нельзя еще раз захватывать? Нет. Ну тогда это нормально. Если штука умрет, тогда ты можешь еще раз захватить, да? Может это он поменял? Ну, я пытался просто захватить еще раз, но у меня не получалось. Не, ну ты же сейчас несколько штук по очереди только брал. Ринка потом. Это у меня одна была. Ты же Ринку потом призвал. Нет, я пытался. Она разных цветов была, вражеская вроде была. Ну ладно, не знаю тогда. Не, выделял всех юнитов, у меня только дефайлер был. Может в биндах не было его? Вообще такой шок, почему у меня стоит 3,7 по баллу, у меня 3 ставят четверти, они охренели совсем уже. Так, на транквилити вы тоже сыграли. Тихо, что за хуйня? Все, Ветль, ой, да, Ветль, спасибо за внимание. Ага, я пошел, блядь, пиздюлей получать, наверное. Серьезно, пиздец. Ёбаный Роджер. Да я ебу, блядь, что? Почему у меня 3,7 по баллу? Почему у меня 300? Блядь. Что за хуйня? Они, блядь, это вообще пиздец какой-то. Хоть бы вам пиздюлей никому не дали. Да мне по-любому пиздец летит. Ну, обожаю, можно еще как-то объяснить, но если еще не, по геометрии будет 3. Если по геометрии еще будет такая хрень, ну мне точно конец. Без шансов. Ладно, пойду учить геометрию. Давай. База. 14. А почему у меня не должны бонусы? Это я сказал, что... Да не... Про бонусы что-то. Нет никаких бонусов, в принципе. Он просто не хочет, чтобы ты деньги получил. Блядь, Рафаэль не хочет, блядь. Что нахуй не так, блядь? Я виноват, нахуй, что я лучше...